Мирзоев Карахан Агаханович. Я профессор Московского государственного университета. А Грачев Андрей Александрович. Лерман Лев Михайлович, профессор Нижегородского университета. Полтинникова Мария Сергеевна, Санкт-Петербург, Институт социологии РАН. Доброхотов Сергей Юрьевич. Я работаю в Институте проблем механики, хотя и математик, но занимаюсь тоже задачами механики и квантовой механики. Станислав Яночко. Трещев Дмитрий Валерьевич, один из организаторов. Ефремова Людмила Сергеевна, Нижегородский государственный университет информационных технологий, математики и механики. Сагбаев Всеволод Александрович, МФТИ. Муравилий Тазбивич. Василий Гончаров. Иван Приходько. Я закончил только что институт, но при этом работаю лаборантом. Меня зовут Георгий Теодорович Гуря, я профессор Московского физико-технического института. Я сотрудник кафедры физики живых систем, Национальный медицинский исследовательский университет. Вы при этом не врач? Ну, я работаю с очень крупными врачами. То есть вы не врач? Сам я не врач. Я закончил кафедру молекулярной биофизики физтехом, но с 1989 года работаю в институте, вот, который занимается гематологией.